Так. Всех приветствую. Сегодня хочу показать свою коллекцию рюкзаков, которые заказывал разные годы для разных целей. У меня их тут 2, 3, 4, 5, 6 вариантов, не считая сумок жены, но их не буду показывать, я не знаю даже где они. Вот первый, который лежит тут с мордочкой кота, это детский рюкзак, самый первый, да, заказывал я его, когда ей было 4 года еще, это года 4 назад, наверное. Вот. Не помню даже стоимость. Вот такой он красивый, был очень-очень замечательным. Обзор тогда я ничего не делал. Вот тут даже рисунок, он у нас 4 года носки, даже особо и не потерся, как ни странно. Просто они из него выросли. Так если ходить с ним еще, если бы они не росли, то вполне он бы еще надолго-долго его хватил бы. То, что вот. Единственное, что если его постирать, его стирали уже один раз. Еще если постирать, он опять будет как новенький, и рисунок он даже не отклеился. Немножко он затерся. Что у нас тут? Вот у нас две таких карманчика, да, для воды. Общий карман. Тут еще подраздел. Ну, что еще надо? Ну и вот здесь вот такой отсек еще. Очень маленький, и все. Рюкзак такой вполне замечательный. Я, кстати, рекомендую для маленьких 4-летних детей. С ним, конечно, в школу не пойдешь. Ну, вот куда-нибудь там на секцию, еще куда-нибудь, да, на тренировку. Вполне он приемлемый. Вот, так, вот такой еще рюкзак. Тоже заказывал я его. Ну, года 4 назад. Но это мой. Он удобен тем, что он легкий. Я в основном летом еду с ним на работу и бегаю. Бегаю сюда полотенце. Тапочки, чтобы купаться. Тут тоже он. Единственный у него минус, когда он стирается, у него там вот какие-то черные вот эти штучки, они отслаиваются вот они. И потом они, если не почистить, то они везде, эти черные штучки. А так он вполне. Мой любимый рюкзак, один из моих любимых, потому что летом ездишь, в нем не жарко, тут немножко молния разошлась, не разошлась, вот порвалась. Ну, за 4 года. Постоянно носки, причем его бывало так набивал, что еле закрывал. Вот здесь то же самое, как у детского. Здесь вот карманчики для воды. Я тут всякую ерунду нашел. Вот здесь у меня документы я обычно храню. Тут общий карман. И вот этот карман я паспорт. Ну и вот разнообразный документ сюда складываю. Ссылку я на этот и рюкзак найти я дам обязательно. Он очень там мусор здесь остался. Вот здесь еще надписи сохранились. Именно то, что я его много раз стирал. Потому что я как-то его выбивал чем-то. Тут суп мне проливался, который я на работу возил. Что у нас здесь еще есть? Вот эти вот тыкалки мне очень нравятся. Открыл, положил сюда что-то, бахилы, пакетики, еще что-то необходимое. Застегнул. Вот такой небольшой обзор этого рюкзака. Кстати, очень рекомендую. Для лета, для бега. Самое то. Единственное, что да, минус то, что не надо его нагружать. Нагружать его слишком сильно. Так. Я буду по хронологии рассказывать. Такой покупал вот рюкзак. Черный, у меня повседневный. Он самый дорогой среди них. И самый такой ноский. Вот этот рюкзак я покупал года 3, может, назад. Но он, я с ним редко езжу, я с ним в основном в лес недалеко хожу. На озеро, если пешком. Сюда может поместиться еда, полотенце, топор. Ну, короче, все, что необходимо. Он такой мини-рюкзак походный. Он маленького размера. Вот. Такой локоть. Ну, очень он удобный. В нем большое количество всяких отделений. Вот основной. Дел какой-то с сеточкой. И я уже в городе у нас видел человека с таким рюкзаком. Тут тоже отделение для документов. Паржит он, кстати, очень хорошо. Единственное, что вот эти вот
веревочки, они такие постоянно закручиваются. Ну, не совсем удобно. И у меня сломались крепежи. Вот здесь вот эти лямки не накручиваются. Если подогнать немножко под себя, то вполне будет аккуратно и смотреться, и носиться. Так, здесь что у нас? Здесь вот у нас удобное такое для воды. Сюда обычно. Я не люблю, а тут даже их и нет. Но для воды, да, есть. И сюда, я не знаю. Ну, сюда обычно я воду кладу, маленькую бутылочку с собой. Так, что еще? Вот у меня рюкзак для топора. Я сюда обычно топор помещал. Ну, вот такой рюкзак, я, честно говорю, скажу, на любителя. Так, небольшая походка в лес, там шашлыки. С собой все необходимое взять, да. Длительный поход. Ну, еще как рабочий инструмент. Просто на работу ездить с ним вполне удобно. Как я сказал, прошит очень хорошо. Здесь нитки, они... Ходила с ним довольно-таки долго. Заказывал его 2, может, назад. Но носил довольно долго. Много раз. Так, что еще? Ну, в принципе, про этот рюкзак-то и больше сказать нечего. Такое реально на любителя. Не каждый захочет с ним ходить по городу. Там на картинке, вот я дам ссылку в описании, и там будет картинка на товар. Он выглядит очень-очень красиво. Вот так вот они его весь набили чем-то. Следующий рюкзак, с ним тоже хожу 2 года. Вот этот самый практичный, самый удобный. Вот здесь начнем с того, что ручка у него. Ручка, там тросик. Во-первых, она в пластике. И там алюминиевая, чтобы и руки, может, не мерзли. Тут еще специальный крепеж такой, чтобы удобно было вынести. Это что касается сверху. Очень хороший молнии. Реально у него. Распаковку его не делал, тогда я, кажется, да, не делал распаковки. Но это было, значит, ну, 2 года назад. Я с ним уже 2 года хожу, я уже говорил. Вот такая вот у него фирменное название, треугольнички. Картинка. Собачки все очень качественно сделаны. Железные такие, тяжеленькие. Что еще можно сказать? Лямки у него такие аккуратные, мягкие. Но тоже с другой стороны еще они жесткие, потому что они ровно ложатся на спину. И рюкзак, особенно если он мало что у него есть, он очень удобный. Здесь легко лежит. Вот здесь у него интересные такие. Сюда очки можно. Место для очков. Вот такая, что они висят. Не знаю, кто этим пользуется. Я никогда не пользовался. Вот здесь для мобильного телефона. И опять же, не знаю, какой сюда можно мобильный телефон поместить. Сейчас он там телефон. Вот такой телефон. Вот этот и лезет сюда. Вот как раз для него тут, мне кажется, место. А вот если взять телефон побольше, или смартфон взять. Посмотрим. Сейчас я. Так. Да, в принципе, и смартфон он залезет сюда. Без крышки вот. Не, в принципе, да. Все предусмотрено. Вот он так. И он сюда не выскочит. Довольно плотно здесь сделано. Ладно, что, идем дальше. Вот эти вот крепежи, они тоже довольно хорошо сделаны, крепкие. 2 года ношу, у меня нигде ничто не ломалось. Ну, здесь соответственно, чтобы держалось, спереди можно зафиксировать все и идти. Набить его можно очень-очень сильно. Опять вот смотрим спину. Спина у нас такая, она не то что так сильно прорезинена, такие вот мягкие, такие вот подушечки, спине, при них комфортно и дышит, главное, что спина особо не потеет. Здесь тоже все мягкое. Так, ну ладно, посмотрим, что там, что спереди сначала. Ну, я показывал тут их фирменный знак. Дальше вот такой отсек. Тут у меня бахилы лежат. Бахилы всякая такая, нет, пакетики, чтобы сразу открыл, достал. У меня отец
сделал по-другому. Он эту молнию зашил, здесь сделал разрез и молнию вставил. И у него получился дополнительный отсек. Ну, мне хватает этого. Дальше. Вот такой отсек. Тут у меня обычно документы лежат просто. Такие документы раскладываю, и они ждут своего часа. Дальше еще отсек. Отсек с отсеками. Вот хорошая вещь. Сейчас я покажу. Вот, вы думаете, для чего эта штучка? Тут у него такой разъем был. Просто берем ключи, белку пристегиваем. И сюда. Раз, все, захлопнуто. Ключи сюда положили. Нигде не мешают, не болтаются. Потом надо дверь открыть. Достали. Все. Что у нас тут имеется? Просто тут небольшой карманчик. Так. Ну, я обычно здесь тоже их ношу. Просто дома я их выставляю, они у меня. Так. Потому что я не знаю, с каким рюкзаком пойду. Бывает, не обязательно я с этим езжу куда-нибудь. Так, дальше. Дальше у нас самый большой раздел. Вот здесь он сейчас у меня пустой, здесь обычно навалены всего. Помещается сюда, не знаю, сколько его можно сюда поместить. Не совсем он чистый сейчас. Не знаю, на камеру, наверное, не будет. Вот, такой еще карманчик здесь. Тут у меня ключики всякие лежат, такие вот. Ну, это самое, тут можно даже не рассказывать про эти разделы, про этот. Основной он во всех рюкзаках одинаковый. Дальше. Вот здесь тоже для документа. Здесь, кстати, вот для ноутбука. Здесь можно ноутбук, здесь резинка. Ставили его, кстати, иногда здесь нашел ноутбук. И пошли. Кстати, вот. Вот этот рюкзак я очень сильно рекомендую. Кому нужен рюкзак качественный, удобный. И покупал я за 1800, что ли, или 1600, сейчас не помню. Ссылку дам, ссылку, кстати, нашел. Сейчас он стоит 2000. Ну, следите за вибрированием цен, как говорится. Еще рекомендую подписаться, подключиться к EPN-сервису. EPN-сервис возвращает вам процент. Вот сейчас я заказал палатку за $37. 2 доллара мне вернули. Очень удобно вещь этот EPN-сервис. Вот такой рюкзачок у нас. Ага, еще здесь что? То, чем я не пользуюсь. Здесь вот для наушников. Сюда, я думаю, это у всех уже вот такое есть. Ну и у нас, соответственно, здесь еще вот еще два боковых кармана. Просто сюда можно пакетик положить. Еще что-нибудь такое по мелочи. И сюда, не знаю зачем это, но сюда тоже можно. Вот. Такой, это мой самый любимый рюкзак. Надеюсь, я с ним буду очень долго еще ходить. Ссылка на него будет в описании. Так, дальше у нас вот такой походный лесной рюкзачок. Кстати, распаковку я его делал лесу. Вот сверху будет ссылка на распаковку этого рюкзака. В конце еще, наверное, дам ссылку. Может, в описании. Во-первых, он очень качественный, он непромокаемый. Единственное, что у меня тут вышел казус, был. Он набит, и ручка порвалась. Но она особо-то ни к чему не нужна. Вот она оторвалась. Ее можно пришить капроновыми нитками. Так, что мы имеем? Вот здесь. Да, я даже не знаю, с чего начать. Ага, вот лямки. Опять же, с лямок начнем. Лямки очень такие удобные. Ну, прошито не так. Я год ходил с ним. Не год, а вот сезон летний я с ним ходил. Мне ни разу не подвел. Ничто у него не сломалось. Очень удобно его носить. Там вот, по ссылке будет описание. Я там показываю, как я его себя одеваю. Опять же тут стяжка вот эта вот. Вот здесь спинка дышащая. Она, конечно, не очень жесткая. Так, тут у меня сейчас рюкзак, он немножко тяжеловат. Здесь у меня с похода еще осталось. Я ходил консервы. А нет, это леска. Так, леска, топорик. Ну что такое? Это удочка. Ну там удочка, топорик. Вот он, самый тяжелый здесь топорик. И консервы где-то здесь были. Консервы. Вот,
консервы я еще уберу. Каша с говядиной. Это то, что в лес с собой носил. Во-первых, что мы тут имеем? Да, вот здесь у меня еще первый отсек сверху. Для воды. Я вот воду беру на всякий случай. Потому что обычно у меня фляга с собой. Ну, еще я взял, потому что я долгие походы, бывает, фляги-то не хватает. Так. Тут он такой, без всяких хитростей. Вот раз отсек, два отсек. Еще, в принципе, вот еще. Ну, боковые, как всегда. Сзади и основной отсек. И все. Затяжка, как обычно. Если не ошибаюсь, он 60 литров. Ну, про ссылки пройдите, посмотрите. Он очень объемный. Что я только не таскал. У меня тут была и палатка. Для палатки этот матрас. Что там еще были? Лежаки. Спальный мешок. Все это у меня здесь поместилось. Здесь вот тоже. Стяжка, она к поясу прикрепляется, как бы обхватывает пояс. И тоже его не чувствуешь, рюкзак. И с ним можно идти далеко. Сейчас заказал палатку, про которую говорил. Она одноместная, одна двухместная. Вообще непромокаемая. Но стоит довольно-таки $37. Мне кажется, очень дорогая. Но скоро буду делать ее распаковку, когда она придет. Или в лесу, я не знаю. Что я буду делать. У меня есть распаковка одной палатки, но именно делаю ее в лесу. Атмосферная такая распаковочка была. Ну, больше про этот рюкзак сказать нечего. Ссылка на него будет в описании. Относительно среднего. Ну и дешевый, соответственно. Ну и последнее. Это вот такой детский ранец. Ссылка на него. На распаковку будет в описании. Ссылка на него. На распаковку будет вверху ссылочка. Так, что мы имеем? Вот почти год они ходят. Вот здесь ручка стала отрываться. Ну, еще держится. Я не знаю, тут они набили его, вот реально. Ребенок набил, он довольно тяжелый. Сверху красивые вот эти собачки. Железные. Я не думаю, что они сейчас сломаются. Какая-нибудь молния классная. Вот реально она. Вот очень удобные. Что у них? Боковые кармашки. Пустые. Тут я как раз показываю, что сюда. Фантики. Переводилками с какими-то. Тут вот полностью забит. Книжки, тетрадки. Соответственно, он тяжелый. Но эта лямка, она очень плотная. И здесь она такая жестковатая и с мягкими подушечками. Спинка, она дышит. Вот это вот, он специальный такой материал. Она мягкая и дышащая. Им ходить не очень комфортно. Сейчас я покажу, что еще здесь есть. Такой отсек. Тут у них карточка. Так, что еще? Здесь тоже. Почему-то здесь пусто. Но сюда можно пенал положить. Для ручек отверстие. Так, а это у них? А, это я показывал карточка. Сюда им говорил, сигареты можно прятать от мамы. Так. Ага, вот у них еще один. Кстати, мне кажется, они сюда вообще не залазят. Азбуку прочел, удостоверение, что азбуку прочел. Ладно. Какие-то поделки. Вот второй такой же рюкзак. Ну тут реально уязвленное место такое. Вот здесь тоже немножко стало отрываться. Но не критично. Ну тоже рекомендую. Реально хороший. Так я долго выбирал, не знаю, сколько сидел на Алиэкспрессе. Ковырял с этими рюкзаками. Один смотрел, второй, третий, четвертый. По цене, по качеству и по отзывам. Вот ссылка на него тоже будет в описании. На эти рюкзаки. Для первоклассника как раз вот самое то. Тоже тяжелый рюкзак. Еще напихиваю. Вот такой у меня обзорчик получился сегодня.
Так вот, проверено временем называется. С рюкзаками. Так мне постоянно нужны рюкзаки на разные случаи жизни. Мне их повседневный, тут красный, который показывал. Я с ним бегаю. Или я там хожу на работу. Вот тот, вот, который маленький, маленький лесной, с ним я хожу в сопки. Там просто на озеро купаться. Там самый необходимый помещается. Это самый большой рюкзачок, я с ним хожу в лес. Тот черный, который говорил, самый добротный, я с ним хожу повседневно на работу, магазин, везде с ним. Ну и детские рюкзачочки этим, ранцы. Вот. Все, всем подписывайтесь, ставьте лайки, понравилось, не понравилось. Если не понравилось, ставите дизлайки. Видео такое информационное, просто чтобы знали, что прежде чем купить рюкзак, смотрите вот этот обзор, ну и можете выбрать.